Всем привет! Сегодня хочу представить новый альбом, который делаю на заказ для девочки 3 лет на день рождения. Самая главная тематика, которая была обозначена заказчиком, это обозначить как некую принадлежность к принцессе, к королеве, потому что дома считают, что все-таки у девочки королевское имя. Вот поэтому на обложке у нас принцесса со звездами и с цветочком, как полагается любой девочке. А весь альбом выбран в нежных тонах. Также был продуман декор. А вот здесь у нас открывается фотография, куда главная фотография девочки будет вставлена. Корона. Здесь фотографии. Все они 9 на 12. Закрываются подложки все на магнитике для удобства тех, кто будет пользоваться этим альбомом, чтобы не приходилось завязывать, развязывать бесконечные завязочки. Здесь страничка «Папина радость». На вот этом, как бы на этой закрывашке, мама может и как подписать, что за фотографии здесь, так и наклеить какую-нибудь небольшую фотографию. Вот здесь вот такая поп-ап конструкция. Очень приятная тем, что она компактная и вместе с тем умещает много фотографий. Здесь тоже открывается все на магнитиках. Маленькая корона. И внутри кармашка вот такая вот. И здесь можно как две небольшие фотографии, так и фотографии побольше сделать. Вот. И финальная страничка. Украшена здесь каретой. Здесь у нас вырубка. И рисунок маленькой девочки. И вот такие книжечки. Каждая на 4 фотографии. В принципе, фотографий здесь чуть больше 40 помещается. Потому что помимо этих книжечек можно уместить и просто фотографии. А вот, достаточно вместительный такой маленький альбом. Переплет очень простой. Очень аккуратно смотрится, можно посмотреть. И я стала делать вот такие красные, красивые швы, чтобы можно было сразу понимать, что это дело моих рук. Поэтому те, кто заказывает у меня альбом, они будут получать именно с красными вот такими вставками альбомчики. Спасибо вам за внимание. Вот, надеюсь, вам понравился мой обзор. Пока-пока.